суд постановил, мистер Уолтер Макмиллан приговаривается к смертной казни на электрическом стуле. Это мой отец, сэр. Сядьте, молодой человек. Джон, прошу, сядь. Он не сделал ничего плохого. Судья, пожалуйста, подождите. Повторять не буду. Сядьте. Нет, вы убиваете отца без причины. Вы убиваете мою семью! Именно вы! Теперь мне ясно, что это дело построено на лжи. Когда вы закрываете черного человека в камере смертников за год до суда, когда все доказательства его невиновности утаиваются, и всем, кто пытается сказать правду, угрожают, это не правосудие. Это неправильно. Ты же не бросишь дело? Нет, сэр. Я будто смотрю, как на моих глазах тонут люди, и я никак не могу им помочь. Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Им не нужны доказательства. Кто был рядом с Уолтером в то утро? Кто ты такой? Парень, который подкинул тебе бомбу. Выходим из дома. Твоя жизнь бесценна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать им забрать ее.